Вот с утра решил снять бассейн Джентин Бичком, да. Ну, в общем-то, приличный бассейн. Сейчас 7 часов утра, только прошел дождик. Вот еще три корпуса Джентин Бичконда. Но они за вторым Джентином. Так, ну а вот наш корпус. 18 этажей. Сквозной проезд от Джентина 2 до Джентина 1. Кругом лужи. Но ничего, будет солнышко днем однозначно. Вот территория. Выходим на территорию. Вот Джентин 2. Выезд. Джентин 1. Вон море. Да, тут до моря 5 минут и то, наверное, нет. Вот стоят велосипеды, ну и байки, машины, это кто арендует не здесь, а сам. Нормальная территория, ну вот территория, в принципе, она как бы напоминает все-таки немножко дорогу. Мы живем в, это, вход у нас S1. То есть самый ближний к морю. На первом этаже всего кондо, ну, кафе и прочие офисные здания. Кафе, аренда и прачки.